Всем привет, меня зовут Том, и добро пожаловать в очередную серию прохождения карты под названием «Мир в бутылке». Эту карту мы проходим, как ни странно, в Майнкрафте. Вы сейчас можете это все наблюдать на своих... своими глазами, на своих мониторах. В общем, что мы сделали в прошлой серии? В прошлой серии мы с вами построили портал в ад. Я долго разбирался, как же делать обсидиан, в итоге я разобрался. Все хорошо, все круто, и мы отправились с вами в ад и посмотрели, что там тоже есть бутылки. Это очень клево. Это очень, черт возьми, клево. Сейчас я хочу запастись всякими, например, песками. У нас есть песок? У нас нет песка? Дожились, блин. Нет, у нас есть песок. Вот, именно этим песком мы будем прокладывать себе путь в этом аду. Потому что там есть бутылки, там тоже есть, кстати, живность. Хоть какая-то, сейчас я вам покажу это, если вы не видели. Погнали в ад. Да-да-да. Так, вот мы в аду. Куда идти? Так, куда идти? Ага, вот она. Вот она. Вот здесь вот мы строили себе что-то типа мостика. Тут у нас Гаст летает, так что это, блин, очень не круто. Он будет нас надо задерживать немного. Так, вот какая живность тут присутствует. Это даже... Ну, посмотрите, это как-то все... Какой-то тут жженый песок, как будто, ну, тут такое чувство, будто тут так душно, что просто пипец, смотрите, какой песок цветом стал. Ну, наверное, так и есть, скорее всего. Но тут растут розы, трава, это все очень круто. Так, сейчас Гаст у нас будет пулять, а нам нужно наверх, нам нужно добраться вот до той головы Стива и посмотреть, что там, посмотрите. Так, давайте, наверное, прямо здесь, вот, прямо тут начнем прокладывать себе путь наверх. Вот мы и наверху. Мне кажется, голова Стива это что-то типа какое-то... что-то типа дом какой-то, я не знаю. Ну, надо, я думаю, все равно туда залезть, в эту голову, и посмотреть, что у него в башке творится. Эй, ну может вы уйдете, а? Все, мы поломали голову Стива, но что-то я тут ничего не вижу. На самом деле, мне кажется, да. Скорее всего, это просто текстура. Ну как текстура, я имел в виду просто постройка и ничего больше. А может быть, мы сейчас что-нибудь тут и найдем. Давайте все-таки... Да, вы же помните самую-самую первую серию нашего прохождения. Я просто копал пробку и нашел там целую кучу алмазов. Почему здесь не может быть так же, а? Скажите мне. Скорее всего, так и есть. Так, я не знаю, хватит ли моего топорика. Я думаю, да, хватит. Все. Все, мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Мы разобрали голову Стива по кусочкам. Окей, ну все равно, нам это пригодится. Я имею в виду вот эти вот... Вот это вот дерево. Меч состоит из алмазных блоков. Это фига себе, как это клево. Так, ладно. Теперь мы знаем, что в Стиве, в принципе, ни хрена нет. А что, если мы назад залезем? Ой, назад, господи. Что, если мы наверх залезем? Посмотрим, что тут. Это что за материал? Это красная шерсть. Да, это красная шерсть. О, черт. Вот это был эпик. Черт, нет, не надо. Не стреляй сюда, братан. Все, уходим. Так, ладно, это, в принципе, понятно, что здесь творится, что в этом Стиве. Давайте, знаете, откуда? Вот дальше сейчас немного проберемся в голове Стива. На вот это вот плечо, например. Черт. Например, на это плечо и... Да черт там... Гаст! Черт возьми, второй раз я уже упал! Блин, надо быть аккуратными, надо быть осторожным. Блин, ну вообще не клево, вообще просто супер не клево. Ладно, пойдемте снова. Придется нам тратить песок, придется нам тратить все наши ресурсы для того, чтобы добраться туда.
В эти бутылки, наверное, мы не полезем. Вон, нам в ту бутылку нужно, я думаю. Там что-то интересное творится. Давайте, знаете, когда же туда залезем? Ну, вообще, да, со Стива было бы прикольнее, я думаю. Но можно и так, можно и так. Да, давайте лучше сделаем это вот так. Сделаем это полегче, чтобы было как бы два пути. Два разных пути к двум разным бутылочкам. Так. Угу. И вот так вот, наверное, да. Туда сейчас проведем наш мостик импровизированный. И здесь мы будем уже, наверное, копать наверх. Это все из красной шерсти, по-моему. Да, но зачем здесь шерсть? Зачем здесь так много шерсти? Я не могу понять. Этого я еще пока понять не могу. Так, давайте наверх. Там свинозомби все падают, не нападаются. Так, наверх все еще. Смотрите, сколько там камня, сколько там всяких разных ресурсов. Вот именно там, в этой бутылке, внутри, я имею в виду. Вот, я думаю, что-нибудь оттуда нам по-любому пригодится и что-нибудь будет нужно. Так, ладно, ребят, не мешайте, не мешайте мне, пожалуйста. Это просто пробка. Просто пробка. Так, ну ладно, мы здесь. Мы внутри этой бутылки, и тут тоже ни хрена нет, в принципе. Можно прокопать вниз, потому что, ну мало ли, может быть, там будет что-то полезное для нас. Давайте все это сделаем. Нет, ну глины все равно нет, ребят. Я не знаю, как. Где тут брать глину? Я честно не знаю. Но для того, чтобы выполнить все ачивки, нам нужна глина. Ребят, если вы знаете, где брать глину, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Хорошо, просто я очень-очень хочу пройти эту карту. Точнее, очень хочу пройти вообще полностью ее. Все ачивки выполнить, все на свете сделать, чтобы не заканчивать, как бы, не заканчивать прохождение так, что мы не сделали ту ачивку, не сделали эту ачивку. И, в общем, в принципе, ни хрена мы с вами не сделали. Вот, так что если у вас есть какие-то предположения по поводу того, где есть глина, вы мне скажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Еще я хочу вам сказать, что я все комментарии постоянно читаю, так что... Вот. Так, ну, наверное, я не знаю. Здесь, в принципе, ловить нечего. Можно сходить вон в те бутылки, но они пустые. Это видно сразу. Блин, Стив, не может быть все так просто. Не может быть все так просто. Мне кажется, что у него где-то что-то есть. Вот какой-то ящик, может быть, там что-то в этом ящике есть. Может быть, в руке у него, может быть, вот здесь. Вот честно, ну, такое чувство. Блин. Ладно, да ну его, этого Стива. Можно сходить вон к тем бутылкам. Черт возьми, это гаст у нас уже пуляет. Так, свинозомби, все валим, валим, свинозомби. Братья мои, братья. Валим отсюда. Ой, дебилы, смотрите, они столпились там. Просто сейчас газ стрельнет и все. Все, кранты этим свинозомби. Так. Ну ладно, пожалуй, давайте вернемся в наш мир. Я думаю... Точнее, конечно же, знаете, что сделаем? Просто прыгнем, наверное, вниз. Вот там есть бутылки, я вижу, что там есть бутылки, но они пустые совершенно. Я не знаю, почему они пустые. Может быть, так задумывал автор, но ладно. Все, вот мы и снова дома. Так, что мы с собой взяли оттуда? Мы взяли немножечко шерсти, но она нам, в принципе, нахрен не нужна, эта шерсть. Что еще? Что еще, что еще, что еще? Давайте пойдемте к нашим ящикам и разберемся, что же нам нужно. Я знаю, что нам нужно еще сделать 4 картины, но, в принципе, это не так уж сложно. Нам нужно сделать снеговиков, это тоже, в принципе, не так уж сложно. Или мы уже сделали снеговиков?
Что-то я забыл. По-моему, снеговиков мы сделали. Но я не знаю, сколько там нужно этих снеговиков. Или 10, или 1. Ну, одного или двух мы точно с вами уже делали. Поэтому... Поэтому, в принципе, можно насчет этого не беспокоиться. Снеговиков мы делали, ладно. Так, что еще? Давайте как-нибудь, я не знаю, положим это куда-нибудь. А, нет, здесь у нас только то, что нам нужно для ачивок, да? А, вспомнил, нам нужно еще сделать, знаете что, не рычаги, а эти. Люки. Нам нужно сделать 10, по-моему, да, 10 люков. Или 20. Да, в принципе, 10 хватит. Все равно они нафиг не нужны. Вот, и в принципе, да. Просто 10 люков. Я не знаю, как они делаются. Вот, да, вот так вот они делаются. Раз тут по 2, значит, просто по 5 этих штучек ложим. И все. Вот у нас получается 10 люков. Эти 10 люков мы можем положить вот сюда. Ну, так как это получается у нас, что выполненная уже ачивка, в принципе, можно будет еще сделать. Но, я не знаю, это, наверное, не очень так важно. В принципе, это главное то, что мы сделали этот люк. Ну, тут один люк валяется. Так, Potion of Healing. Хилинг — это лечение. Ну, то есть это, если нас ранят, видимо, мы выпьем это или бросим об землю эту колбу, она разобьется и нас с вами отхилит. Так, давайте я сейчас вернусь, наверное, посмотрю на рабочем столе у себя. Ну, там у меня файлик, где все записано. Я имею в виду записанные всякие ачивки и все такое, что мы с вами сделали и что нам осталось сделать. Давайте я сейчас вернусь и все это посмотрю, проверю. Итак, ребят, хочу вас обрадовать, либо огорчить, я не знаю, для кого как. Осталось всего лишь несколько ачивок. Ну, точнее, снеговиков мы сделали. Ну, просто сделали снеговиков, этого хватит, я думаю, 2 снеговика, нормально. Что еще? В принципе, все мы сделали. Кактус, ребят, кактус я не знаю, где найти. Его там не было в песчаной бутылке, в песчаном биоме. Вот, кактус, я не знаю, как с нуля его вырастить, может как-то можно, может нет. Ну, просто забейте, ладно? И все. Вот, потом, что еще? Сделать по 10 шерсти каждого цвета, это мы просто можем пойти в аду это все добыть. Ну, это не так важно, я думаю, потому что это все легко. Ну, что там, спуститься в ад, добыть шерсть, я думаю, это не очень интересно. Вот, осталось еще 6 эндер-жемчужин нам добыть. Сколько у нас сейчас эндер-жемчужин? Давайте посмотрим. Да, у нас 4, нужно их 10 для ачивки. Вот. Также нам нужно, знаете, что сделать? Построить бутылку из губки в аду. Из губки. Бутылку в аду. Из губки. Бутылку в аду. Так, давайте, наверное, знаете тогда, что сделаем? Давайте пойдем собирать губку. Губки есть в каждой бутылке. Вот, они где-то на дне, либо, ну, я не знаю, они где-то просто прячутся эти... чертовы губки. Нужно построить еще одну бутылку. Давайте построим. Ну, там написано «Постройте больше бутылок», но я, в принципе, не вижу в этом никакого смысла. Зачем тратить время серии наших с вами, нашего с вами прохождения? Давайте возьмем вот это вот стекло и построим, знаете, такую, ну, бутылочку. Нормальную бутылку. Так, что еще? В принципе, все, ребят. Картины мы сделали, люки мы сделали, все для ачивок мы с вами сделали. Давайте выйдем, нам сейчас как раз нужен эндерман, и все... Нет, не все монстры, а именно эндерман нам нужен. Давайте, знаете, что я сейчас сделаю? Черт, я забыл, я хотел взять кирку. У нас есть кирка? Да, у нас есть кирка. Плюс 5 атак дэмэдж, нифига себе, она зачарованная еще, что ли, какая-то? Или типа того? Так, арбузики, ладно, просто так возьмем, пусть они у нас будут. Яйцо, у нас 12 яиц, нифига себе. Снежки, сноужок. Ну и тут все, в принципе. Оставим так, как есть, пофиг. А, еще нам нужно сделать 10 книжных полок. Книжных полок, ну мы этим займемся, наверное, уже в следующей части, да, в принципе, наверное, и как раз будем, наверное, уже заканчивать в следующей части. Не знаю, для кого-то это печально, для кого-то это радостная новость, что... Ой, друг, а как мы теперь пройдем туда, в ту сторону?
Лук, стрелы у нас есть, все у нас есть, в принципе. И... Да и все. Что нам еще нужно? Ха! Тупой, тупой крипер. Так. Опа, опа. Это не есть хорошо. Уходим. Ух ты, тут портал в ад, нифига себе. Ну, то есть тут портал в ад, но он открыт с этой стороны. Сделаем вот так. Обсидиан нам уже не пригодится, так что сделаем вот так. Итак, ребят, напомните, почему мы вышли сейчас ночью? Мы вышли ночью, чтобы поискать эндерманов. Я прав? Да, я чертовски прав. Вон он, эндерман, давайте на него посмотрим, побьем его. А теперь бежим к себе. Давай, ублюдок, я на тебя смотрю. Давай, давай, убей меня. Что-то он, по-моему, они просто так стоят. Ладно, пойдемте, подойдемте ближе. Тупой эндерман упал. Эй, маленький пацан, отвали. Отвали, пацан. Так, ладно, тут просто зомби, это не страшно. Вон там эндерман, и вот к ним мы сейчас пойдем. Черт возьми, ты чё? Так, эндерман, идите сюда. Чертов лучник. Так, надо по ногам эндермана бить, чтобы он не исчез, да? Есть жемчужина. Еще 6 надо жемчужин. Ну, точнее, еще 4. Опаньки, ребят! Вы видите это? У меня морковка! Откуда я ее выбил, интересно? Наверное, с тех зомби, потому что... Ну, шанс дропа-то вообще минимальный, вы чё? Вы помните, я же в той бутылке, когда воевал, блин, с зомби за морковку, это просто жесть. Но я, по-моему, не записывал это, я просто за кадром это все делал. Офигеть. Ребят, офигеть, просто офигеть. Так, ладно, пойдемте, наверное, тогда в ту деревню, там всегда всяких эндерменов куча. What the fuck? Ведьма! Иди сюда, ведьма! Ведьма. Ну-ка, интересно, как он будет драться? Он будет кидать в меня что-то или типа того? Эй! Ты чё? Ай! Ай! Чёрт возьми! Чёрт! Я сейчас умру. Нет, морковку мы кушать не будем. Не-не-не, нет-нет. О, чёрт, ведьма. Ведьма меня отравила. Я умер. Меня убила ведьма, используя свою магию. Ну, или это чародей какой-то, или типа того. Так. Эй, вы чё вообще? Откуда? Ай! Откуда вас столько много? Ай! Ай! Чёртовы мелкие зомби! Вы чё? Что я вам сделал? Так, какие злые дети, а, в наше время? Иди сюда. Сейчас я тебе покажу по жопе-то, нахлестаю тебя сейчас ремнем, чёрт возьми. О, чёрт, блин. Так. Нет, все же нам нужна ночь. Нам нужна ночь, и утро это не клево. Утро это не клево. Пойдемте, наверное, переждем, или как-нибудь сейчас я постараюсь написать, чтобы у нас была ночь. Так, давайте сейчас я закрою вот эту вот дырку. Как-нибудь заделаю. Все. Сейчас я сделаю ночь, или мы дождемся ночи, и, в общем, продолжим. Так, окей, чтобы не дожидаться ночи, ребят, ну, точнее, мы будем дожидаться ночи, но чтобы не терять время попусту, давайте, знаете, что сделаем? Ну, приступим к выполнению следующей ачивки. Это у нас ачивка, ачивка, в которой нам нужно добыть кожу. Вот так вот. Сейчас мы будем истреблять этих коров. Мне очень их жалко. Простите, коровы. Простите, коровы. Так, все, и, наверное, потому что мы уже, в принципе, заканчиваем наше приключение. Еще, я уверен, еще будет много всяких разных приключений, если вы захотите. Ну, то есть в Майнкрафте, я имею в виду, прохождение всяких карт. Там, может быть, вы будете карты мне присылать там или делать карты сами, а я буду их проходить. Это будет очень интересно. Вот, а сейчас нам нужно поубивать всех коров. Иди сюда, корова.
Так, все, коров убили. Вообще, по-хорошему, можно было... можно было немного подождать. Ну да ладно, в принципе. В принципе, ладно, все нормально. Так, где наша бумага? Вот у нас бумага, пейпер. Давайте же сделаем сейчас из бумаги и кожи книжки. Мы не будем делать много книжных полок, я думаю, одной-двух достаточно будет для того, чтобы просто разобраться, как это все делается, и для того, чтобы показать этой карте, что мы можем, черт возьми, показать этой карте, что мы знаем, как это все делается, и чтобы не терять попусту время, я думаю, просто, чтобы быстрее закончить наше с вами прохождение. Потому что здесь, в принципе, ничего не осталось, что интересного можно было сделать. Мне нравится больше всего с самого начала выживать, там, куда-нибудь ходить. А здесь уже просто мы уже с вами все здесь видели, везде с вами побывали, и, в принципе, нам это не надо. Я думаю. Да и вам не интересно будет смотреть, да и мне не интересно будет играть. Поэтому, а если мне не интересно играть, то, естественно, вам тоже не интересно смотреть, потому что я буду как этот, такой, черт возьми, мы здесь уже все сделали, я не хочу больше играть в Майнкрафт. Я буду вот так вот говорить, а вам это, блин, слышать вообще ни в коем случае не интересно. Так, ладно, у нас есть книги, у нас есть книги, книги, у нас есть 6 книг. What the fuck, что я выкинул? Эй, меч, вернись. У нас есть 6 книг, этого хватит для того, чтобы сделать 2 книжных полки. Потому что книжные полки делаются вот таким вот образом. А здесь... Да, давайте... Вот так вот сделаем. Все, поставили. И вот у нас 2 книжных полки. Я понимаю, что... В принципе, книжных полок нужно больше для того, чтобы... Ну, я не знаю. А для того, чтобы сделать эти книжные полки, нам нужно было разводить коров. Но коров это разводить очень долго. Это все очень-очень долго. И, в принципе, здесь уже нечего делать. Вот. Поэтому сейчас, наверное, я не знаю... Насчет губки, ребят, насчет губки. Можно, в принципе, сейчас... Давайте, да, походим по всяким этим, пока мы ждем ночи. Все, ачивку... Ачивку... связанную с книжными полками, мы сделали. Все. Можно считать ее выполненной. Теперь, ребят, пойдемте с вами, наверное, в бутылки и будем копать. Будем искать кубку. Так, да, будем искать губку, потому что губка нам нужна. Тут уже музыка такая начала играть, прикольная. Так, здесь нет губки. Вот в этой бутылке нет губки, это точно. В этих, по-моему, бутылках тоже нет губки. Может и есть. Может быть, даже и есть. Давайте. Нет, скорее всего, нет. Скорее всего, в таких вот нет бутылках губки. Давайте дальше посмотрим. Нет, в принципе, я думаю, смысла туда идти нету. Давайте пойдем в бутылки, которые немного больше. Ну, которые даже не немного больше, а больше. Например, вот эта бутылка. Вот в ней по-любому есть губка. В той деревенской бутылке мы... Деревенская бутылка, очень смешно. В той деревенской бутылке мы уже с вами находили губку. А здесь мы еще нет. Мы еще не находили тут губку. Но мы не искали даже. Как это золото? Я уже испугался. Думал, о, нифига себе, наконец-то. Да, вот тут какое-то дерево. Я думаю, здесь будет губка сейчас. Опаньки. What the fuck is this? Что это за херня? Эй! Ни хрена себе! Блин! Почему я раньше этого не нашел? Как же я... Ну капец. Еще одна секретная комната, ребят. Еще одна секретная комната. Это, ну, очень круто. Это очень круто, на самом деле, но... Если бы я ее нашел раньше, это было бы намного круче. Согласитесь. Сейчас мы уже заканчиваем наше приключение, а я только-только нашел эту секретную комнату. Так, у меня что, места нету, что ли? Я не понял. Тут диски, семена арбуза. Ах, ребят, ребят. Как мы так с вами, а? Так, ну ладно, давайте дальше копать. Нам нужна губка, нам это все не важно. В принципе, секретная комната. Если бы мы раньше нашли ее, это было бы круто. Ну, сейчас это, в принципе, круто, но сейчас наша первостепенная задача — это, естественно, губка. Чтобы построить из этой губки чертову бутылку в аду. Так, ну, наверное, я сейчас выключу запись, потому что вам не очень интересно, скорее всего, смотреть на то, как я буду искать сейчас губки.
Поэтому... Все, я выключаю запись. И встретимся с вами, когда я найду губки уже, и пойдем с вами что-то решать. Ребят, сейчас я копал. Искал губку, копал бутылки, и у меня возникла такая идея. Очень-очень классная идея, ребят. У меня есть 20 штук пороха. Как вы думаете, что можно сделать из пороха, чтобы ускорить нашу добычу, наши поиски, точнее, ускорить наши поиски губки? Это, конечно же, сделать одну очень крутую вещь. Очень-очень крутую вещь, которая называется динамит. Я не знаю, есть ли у нас там песок, остался ли он, потому что динамит делается из песка. Сейчас мы это проверим. Давайте зайдем. Блин, я очень надеюсь, что у нас что-то осталось. Что-то... Ну, блин, у нас только один песок. Ну, один. Так, это сэндстоун. Не знаю, можно было бы их как-нибудь, эти вот песчаники. А, вот у нас песок! Уху! Шикарно! Шик, просто шик, блеск, красота. Так, давайте все это положим. Нет, это мы возьмем. Нет, это мы не будем брать с собой. Гревел, землю, все это положим. Это нам уже не нужно, понимаете, ребята? Это нам не нужно. Нам сейчас нужно только порох. Порох и, конечно же, песок. Для того, чтобы сделать динамит. Я, честно говоря, не помню, но сейчас мы разберемся, как он делается. Немножечко я помню только, что надо то ли вот так вот песок положить, то ли наоборот. Так, а, не-не-не, все правильно, все правильно, все правильно. Давайте сразу, насколько у нас тут хватит, сделаем динамита и будем взрывать все бутылки к чертям собачьим. Так, все хорошо, у нас на 4 динамита хватит песка и, главное, пороха. 4 штуки динамита, да. Так, чем мы его будем поджигать? Нам нужно что-то типа красного камня, красного рычага. А, у нас есть зажигалка. Все, все нормально, все хорошо, все нормально. Так, а сейчас ночь, ребят, сейчас ночь, поэтому... Я думаю, по пути мы будем захватывать с собой еще и... Эндерманов. Убивать эндерманов. Ну что, дружище? Что ты хочешь? Ты хочешь взорвать меня? Ты хочешь взорвать этот мост? Ты дурак, что ли? Ты понимаешь, что если ты взорвешь... Кто-нибудь объясните этому дебилу, что если он взорвет мост, то мы оба погибнем. В принципе, ему похер, но... Все равно. Так, ладно. Еще один. Ну да, он забрал с собой своего друга. Молодец, что сказать. А мы идем дальше. У нас никаких преград на пути, кроме голода, конечно. Давайте сейчас покушаем. Восстановим себе силы. И продолжим наше путешествие к центру бутылок. Опаньки. А ты откуда тут вылез, козел? Так, побежали, 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 побежали. Я думаю, да, вот эту вот бутылку надо первоначально сейчас взорвать, потому что... Ну, я не знаю почему. Потому что, скорее всего, тут много всякого разного внутри. Так, первую бомбу мы заложим вот именно здесь. Прямо сейчас. Все. Посмотрим на это. Бум! Так, это клево. Я думаю, это очень клево. Да, вот они, алмазы. Так, давайте, наверное, прокопаем немножечко вот в ту сторону. У нас есть всего 4 динамита, так что нужно закладывать его с умом. В принципе, так пойдет. Хо-хо-хо! Взрываем! Эх ты, чертов подлюга. Подонок. Так, ой-ой-ой-ой-ой, ну тут же стекло, ну не надо. А, давай, иди, иди, вот он я, ну давай. Чё, чё, слышь? Чё, боишься? Давай, иди сюда, крипа. Какой я коварный. Крипер, прощай, друг, прости, не поминай лихом. Так, давайте-ка
Нет, нафиг нам не нужны сейчас всякие штуки. Так, почему-то тут очень-очень темно. Давайте подожжем какой-нибудь камень. Блин, губка, губка. Нужно собрать губку. Я не очень хочу искать губку, если честно, уже, потому что, ну, я не знаю, я немножечко устал копать бутылки. Постоянно копать, копать бутылки. Какие-то бутылки постоянно. Черт возьми, мне уже снится копание бутылок. Так, окей. Нет, на самом деле я не думаю, что тут будет губка. Вот, мне кажется, губка, она где-то под городом или типа того. Вообще, смотрите, когда я копал... Давайте-ка заделаем это все. Уничтожим этих ублюдков, которые... Ой-ой-ой, они просто как пулемет херачат в меня. Давай, ублюдок, долбанный. Этот козел даже ничего нам сделать сейчас не смог. Я имею в виду... Я имею в виду этот. Чародей. Так называемый. Так, я думаю, знаете, вот там вот все это будет, все дела эти. То есть губка и все такое. Так. Давайте-ка, знаете, как сделаем? Смотрите. Сейчас я... Вообще, обычно губку видно с разных сторон. Если я сейчас прыгну... О-о-о. Да, губки там нет. Губки здесь нет, ребят. Окей, губки растут, губки нет. Значит, она есть по-любому... В биоме с... Давайте сейчас выйду отсюда. В биоме с деревней, я имею в виду. Так, надо убить этого ублюдка. Иди сюда! Эй, я меч выкинул! Черт, мое оружие! Этот козел стреляет в меня уже. Так, главное просто ровно держаться, чтобы с мостика не скинуться. Чёртов зомби! Паук-дебил. Давай, давай, иди. Подходи. Подходи. Нет, эндер-жемчужина, эндер-жемчужина, это самое главное. У нас уже сколько? У нас уже 7 эндер-жемчужин, нам осталось всего лишь 3. Так, идем дальше. Эти ублюдки, нет, эти ублюдки за нами не пошли. Вон она губка, я уже вижу ее отсюда. Вон она губка. Ай! Ай! Не надо! Не надо, друг! Не, тихо, тихо! О, черт, зомби! Вали, вали отсюда, фух. Фух, удержались, ребят, удержались. Так, вон она губочка. Губочка. Странное слово. Ну да ладно. Так, давайте-ка подойдем наверх. Опа! Оп, тебя я не ждал! Никак! Не ждал! Черт возьми! Так, ну ладно. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте снова, вернее, туда. Хорошо, что в самом начале нашего прохождения мне там кто-то посоветовал, чтобы я включил. Чтобы, ну, включил какую-то команду, чтобы у меня сохранялись вещи в инвентаре при смерти. При смерти, точнее. Так, давай, ты тупица, тупица. Убежал я от этого тупицы, как не знаю от кого. Ну не надо, только ты еще тут, тебя тут еще не хватало. Так, давайте сделаем вот так. Так будет безопасней. Просто-напросто сделаем второй мостик, который ведет прямо к этой губке. У нас всего 4... Так, у нас всего 4 губ... Вот как? Черт, он прошел, он... Чертов зомби, я знал, надо его убить. Я так и знал, что нужно его убить, этого чертова зомби. Чертов говнюк, подлюга. Так, ну я думаю, ладно, ребят, на этом я серию, наверное, закончу. И встретимся мы уже в следующей серии. О, как раз утро. Да, ребят.
Встретимся в следующей серии и продолжим искать всякие разные губки по бутылкам, убивать эндерменов. И, в принципе, все. Это все, что нам нужно сделать. В общем, ладно, ребят. С вами был Том. До следующих видео.